Туве сотрудники полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». За 4 месяца текущего года сотрудниками полиции выявлены и поставлены на учет около 300 несовершеннолетних и 128 неблагополучных семей. За 4 месяца текущего года сотрудниками полиции выявлено и поставлено на учет около 300 несовершеннолетних и 128 неблагополучных семей. По состоянию на 1 мая на профилактическом учете в ПДН состоят 570 несовершеннолетних, более 80 судимых, не связанных с лишением свободы, и 540 родителей, отрицательно влияющих на воспитание своих детей. В результате принятых мер по итогам 4 месяцев количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 15%. В дежурные части поступило 26 заявлений о пропаже 26 детей. Зарегистрировано 54 несчастных случая, где пострадал 71 ребенок, из них 14 со смертельным исходом. На территории республики проводится операция «Твой выбор», направленная на предотвращение противоправных деяний среди несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность. Сотрудники полиции, в том числе инспекторы ПДН, проверяют неблагополучные семьи, а также несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.